Эфирные масла для кожи 40+. Это тоже вопрос от наших слушателей. Конечно, после 40 лет кожа нуждается в более интенсивном уходе, нежели в 20. Если в 20 можно намазаться, ну, практически чем угодно, и спокойно идти гулять, то в 40 позволить себе этого уже нельзя. Самые эффективные масла для кожи в этом возрасте – это масла-гиганты, масла-тяжеловеса с широким спектром действия. Роза, нероли, сандал, пачули. Обратите внимание, что из них получится не просто крем, а по сути крем-очень дорогие элитные духи. Есть в этом что-то эдакое, правда? Крем с розой и сандалом – это уже не только выглядишь свежее, а морщинки становятся менее заметны. Ну и какой аромат! Особое внимание хочу обратить на Абсолют Лотос. Он обладает чудесным косметическим действием и отлично выравнивает тон кожи, делая ее сияющей изнутри. Конечно, это далеко не все масла, которые можно использовать. Просто, ну, я предпочитаю эти. Ну, в 40 лет можно себе их уже позволить. Но не стоит забывать и про ветивер, морковь, ладан, герань, жасмин, ягоды можжевельника, ну и так далее. И, конечно, ждем, что вы расскажете нам в комментариях про ваши любимые масла для ухода.